Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Барон. Всем привет, друзья, с вами, как всегда, я, Малфой. И мы по-прежнему играем на проекте Amazing RP в КРМП. Логично, логично. А перед началом данного видеоролика я хочу порекомендовать тебе самый лучший канал The Best of КРМП. Как вы уже поняли по названию, он снимает криминалку. На самом деле, видосики действительно хорошие, а главное, интересные. Поэтому, после просмотра моего ролика, мои любимые фанаты КРМП, бегом подписываемся на этого пацана. Он заслуживает очень много подписчиков. Ссылочка на канал будет в описании. Также, внимание! В каждом своем ролике я разыгрываю по 100 рублей. И как же было раньше, чей комментарий оставался без ответа и лайка, тот и получал сотку. Теперь будет совсем по-другому. Я включаю систему рандома, поэтому ставь лайк на это видео, подписывайся на мой канал, если вдруг, конечно, не подписан, и пиши любой комментарий. Победитель будет в следующем ролике. Вот тут выиграть абсолютно может каждый. Всего один комментарий, 10 секунд твоего времени и халявные 100 рублей. Дерзай. Кстати, чем больше ты напишешь комментариев, чем выше шанс у тебя выиграть. Победитель будет в следующем ролике. Теперь переходим к видео. Итак, решил для вас записать новую серийку. Кстати, КРМП я довольно-таки долго не записывал, ибо я в сампике на сампрп был лидером банды, и поэтому мне нужно было всегда онлайнить, и не было времени просто в КРМП поиграть. Вот так вот. А теперь главная задача сейчас уволиться с этой армии. Служить я не хочу, как и в игре, так и в жизни, поэтому увольте по СЖ. Нету полковника. Фух, меня выпустили. Ага, видите, креста у нас нету. Итак, у нас есть план побега. У вас нет ключей. К этому меня жизнь не готовила. Ага, нема ключей. Дайте ключи, пожалуйста, от танка, ага. Дай ключи от танка. Тихо. Почти. План побега почти удался. Так, ребят, как мне свалить с этой армии? О! Это было слишком изи. Да Ярик водила, другие нема, він хуяре. Так, иди сюда. Я должен забрать машину. Мне нужна машинка, чтобы я поехал. Стой. Так, все, побежали, побежали. Я просто похлопаю. Крашнуло. Зашибись. Я бы хотел вступить в ряды вооруженных сил. Господи. Земля тебе металлолом. Все, я побежал. Так, Миланочка, техо, техо. Все, мы свалили с армии, побежали. Нам только нужно найти транспортное средство. Куда мы идем, мы с пяточком? Большой-большой секрет. И не узнаем мы о нем. И нет, и нет, и нет. И? Итак, наш друг написал, что я должен приехать в Южный Казик. Южный Казик, вот. Подвезите к казино Южное. Я заплачу. Ми согласен. Ми подтвердил. Ми кивнул. Угу, мы же все РПшники. Нет, это меня не канает, скутер. Дай сюда скутер. Все. Все, я стоял скутер. Фу, это было жестко, на самом деле. Так, все, теперь я независимый. Так, короче, ставим метку. Вот сюда примерно, там дальше разберемся и едем. А на самом деле, почему я еду к этому казино? Нет, я не хочу играть, у меня всего 300 тысяч, кстати. Главное мне сейчас встретиться с одним хорошим человеком. Ладно, по полям, по лесам. Короче, я хочу встретиться с одним человеком, и он пообещал мне подарить какую-то хорошую машину. Не знаю какую, но вообще я буду благодарен за такой хороший подарок. Надо будет еще уволиться, да ё-моё, какие дороги эти странные. Блин, конечно, я сейчас нарпешу, конечно, так делать нельзя, но шо ж поробишь. Да ё-моё, это дороги. Здорово. Вот этот он, во, Ричард Скотт, все верно. Давайте спросим, как дела на халяву. Вот эту ласточку подарю. О-о-о, буду благодарен. Ух, не, на самом деле машина классная. Этот Митсубиси вроде, да? Просто я в машинах... Не, это вроде Митсубиси. Кстати, такая симпатичная тачечка. Цена не должна быть меньше на 50... А сколько она по ГОСу? Лям. Добавь мне 200к. У меня есть 300к. Я тебе верну. Не, ласточка это вообще классная машинка. Она быстрая, главное. А то считайте, у меня была какая-то там лада.
Приора, Хоме, да? GPS, как найти мою квартиру? Я реально не помню, где я живу. Вот в чем вопрос. Так, сейчас нужно взять мою машиночку. Так, меню жильца и собрать транспорт. Блин, конечно, жалко продавать государству эту машиночку, ну ладно. Вах, а ты что думал, ага? У меня автомобиль нормальный. Так, селкар. 400, нормально. Так, MVL Evolution 500K. Все, СПС. Уже 500к есть, да ты шо? И свои копейки. Огромное тебе спасибо, Ричард Скотт, реально, типа, за такую латочку. Спасибо. Воу, тест драйв. Так, побежали к моему дому. Пользуйся теперь своей ласточкой. Спасибо огромное, братан. Конечно, буду пользоваться. Вот она моя ласточка. Лок 1. Садись. Не. В смысле не? Мой папа... Ну, бывает. Спасибо еще раз. Я с вами сидел. Давай, удачи, братан. Спасибо тебе огромное, Ричард Скотт. Все, боже, Ричард, ты лучше. Спасибо тебе огромное, братан. Блин, эта машинка шикарная. Теперь буду разъезжать на этом Митсубиси. Вау, класс. Я на самом деле рад. 107 км в час. На самом деле я не знаю, сколько ездила моя Лада Приора. Я уже забыл, не помню. Но это, в принципе, не суть. Главное, что я теперь тащер и буду кататься на этой машине, куда я поехал. Так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Ярик водила. Ага. Я врезался, и теперь нужно ее починить. 18 км в час. Ладно, в принципе, не суть. Пацаны, я рад, что вы посмотрели этот ролик до конца. На этом, я думаю, мы закончим. Если что, играю на проекте Amazing RP, все ссылочки в описании. Собственно, всем спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Всем удачи и всем пока.